Всем привет, с вами Texas, и это хайлайты матча между командами Bait и Прости Если. Матч в формате Best of 2, это DPC, это регион какой? Регион, конечно же, СНГшный. Ну и посмотрим данный матч вместе с вами в плане поддержки. Кому не сложно, прожми палец вверх прямо сейчас и напиши комментарий от 5 слов. К сожалению, я пока не могу стримить, все еще бан висит на канале от мейнкаста, но канал поддержать ты можешь уже прямо здесь и сейчас. Из интересного в этом матче нас ожидает Керри Визаж. Керри Визаж. Такое не часто бывает. Я думаю, это заслуживает вашего лайка. Душка пошла в сторону Харденер, команды Underlord. Время в никуда. Интересно, время в никуда. Это он имеет в виду игру в составе бейтов или про что-то иное? Он рассказывает, запускает еще один плевочек. Да хак и да хак додушивает. Время в никуда отправляется. Наверное, уже киллинг спри. Для Дахака в это время снизу падает Нофир. Ну а Ватсон отступает к своему тиммейту, прожимая Хилинг Вард. Телепортация не самая безопасная от Эйна, скажем так. Дэнди насасывает. Дэнди прям почти высушил его здесь. Рассказ от Тисы. Минус готов, но правда, вероятно, размен на Дэндимона. Прям совсем плохо. Для Бейта это получилось. Эйна. Поднашли. Здесь раскручивается Ватсон. Ватсон дает тэп-аут. Дэндимон должен видеть Эйна. Эйна поймали на Юла. Дэндимон сам отступает. Уничтожает Нофира. Минус готов. Дэнди тэп-аут сделал. Окей, ушел. Это хорошо. При этом файт у нас, возможно, будет проходить уже в рамках другой части карты. Если вы точнее, на треугольнике. Там поймали и наорали. Как же больно. Да ладно, Пашкевич. Просто в легкую забирая здесь Керри команды Бейт. Еще и поджигает Тису. Тисы проблемы. Горит Супернова. Запускаются топоры. Топоры боевые. Непобедимые. Ну и Паш, в отличие от китайского бисмастера, играет без быстрого ганима. Но не проблема, это все равно дает два фрага команде «Прости, если». Рошан уже почти упал. Нужно дефаться парням из Бейт. Они очень много лузают и отдали Рошана. Ну все, пора уходить. Хотя накрывает прокастом, пока здесь Бейна. Бейна не убили, слетает Супернова. Есть там сразу же у нас Санрей. Все-таки Аганим Шарт уже купил Феникс. Феникса взрывают. И Ичка лопнула, но так-то лопается еще и Андерлорд. Пока неплохо вроде как для команды Бейт, но вот Дахак принимается к фрагам и уничтожает одного. Праймал Рор, да ладно, не хватает дэмэджа. Здесь Ватсон, ну Ватсон полетел в погоню за Пашей. Паша минус, кстати, неплохо, но. Очень важное но. А что делать с Дахаком? Дахак уничтожает, летит дальше, плевочек в Дэнди, мансит Ватсон, пошла привязка, привязка не самая удачная, но не проблема. Все равно фраг готов для Ларинофа. Распрыжечка от Ларинофа, запускает еще парочку своих плевков Дахак. Ну, очень много наваливает Дахак, тут не поспоришь, 10-0-7 он катает. Очень жесткий закуп по артефактам, ну, не часто такое увидишь. Опять-таки, Аганим Шард купил себе, и Аганим также куплен. Не сам стандартный Керри, возможно, мы сделаем ролик про этого героя отдельно, чтобы рассмотреть, как же играют сейчас Керри, Керри-визажи. Если интересно, напиши комментарии. Что интересно, в это время у нас упал уже Тиса, Тиса упал без байбека, смотрим на выкупы коллектива Бейт. В байбеке имеется лишь у одного дизраптора, поджигают еще и товарища на Андерлорде. Андерлорд отступает, но не отступает. Ватсон, Ватсона застанили. Ватсона всасывали. Здесь Дэнди максимально в него всасывал свои жизненные силы, но не дососал, скажем так. И команда Бейт всем составом отправляется отдыхать в таверну. Ну и первую карту они проиграли. Вторая карта. Переходим. Перемещение от команды Бейт в нижнюю часть карты. Подкатывает Нофир. Пошел под коп. Неплохо. Стан залетает. Залетает туда еще и Паша. Прямиком станчик. И пошел развал по Эйну. Но, правда, подрывают Нофира. И Нофир также отправляется отдыхать. Размен в плюс для команды «Прости, если». Но и Паша жив. Жив. Конечно же, жив. Как иначе может быть? Смоук-атака от команды Бейт. Ватсон уже нашел Пашу. Паш начинает там пробивать. Кстати, еще и монодрейн работает через диффуза, конечно же. Стан по Паше. Паша никуда не уйдет. Это легкий фраг на Паше. Кстати, забавно то, что фраг себе забирает Тиса. В это время сгущаются тучи в центре и пытаются подгангать Дэндимона. Дэндимон зовет свою команду на подмогу. Уже телепортацию кастует сюда у нас Кентавренко. Земеля вкатывается, отменяет телепорт. Развели на ТПшечку. Хорошо получилось. Правда, поймали Дэнди. У Дэнди проблема, но Дэнди наваливает рызами. Как же запихивает Дэнди! Прямиком в Ларинофа, минус готов, также ищет затоптали Эйна, минус 2, даже минус 3 героя уже у команды «Прости, если учитывать». Смерть Паши, ну и Дахак отступает в ужасе, отступает от агрессии команды Бейт, благо есть чем прогрызать себе выход.
Ну, знаете, пока что Дахак на своих плечах. Данный матч вывозит, врывается очень нагло Вильхиор, его могут подцепить, залетает у нас сейчас Ларинов. А вот по итогу подцепили Фуриона, Фурион в таверну отправляется. Наш чемпион, пошла подвязочка, и как же наваливает хорошо, тут Тиса. Добивает нужно Вильхиора, Вильхиор падает, ну хотя бы так, хотя бы размен. Опять поймали Фуриона, распрыгивается Ларинов, проблема снова у Фурионыча, да что ж такое. Ну ладно, он играет на спейс, там очень много фармит Сларк, очень много фармит СФ, и это хорошо, как говорится. В это время Дэнни встречает Эйна, запускает свою кнопочку, разваливает ультимативную, ну и запускает рейс. Размен один в один, ну вот так вот по карте вышло. Рошаныч падает в копилку команды Бейт, но правда Дэв планируется от коллектива прости, если Карапасы неплохо подцепили сейчас Пашкевича. Рейс запускается, Мановойд, точнее Моноберн, конечно же, развалили Пашу под СБ-бэком, раздувается СФ, и там Ларинов отлетит в таверну. Дахак не спасает тиммейта, Дахак пытается себя подсейвить, Карапас пошли в сторону Эйна, Эйн также минус 3 героя у команды, прости. И если Дахака нагрызает, врывается дальше в погоню No Fear, залетает Фурион, нужны спруты не залетают, стоит паунс, нет пока рейджа у Дахака, Дахак ловит подкоп, еще и гемы есть у Дахака, ему нельзя умирать, ему противопоказана смерть. Ну и раз уж противопоказано, то он и выживает. Прыжок, Ларинов. Кстати, его могут задетектить. Нашел его тут Тиса. Тиса провожает Ларинов. Подрывается пока щиточек. Саунд был кастом. Подкоп. Так. Стабида пошла. Фурионыч совсем рядышком. СФ ультимативная. Дэнди жахает. Ларинов 322 золота зарабатывает за его убийство. Ну и еще и падает Эйн. И также Тавр в центре демонтирует парни из Бейт. Ну что, парни, это победа Бейт или Бейт-камбэк? Попытки выйти в спину за Фуриона. Фуриона нашли. Ой, как вкатывается Вильхиор. Протаранил бедного Фурионыча. Есть напида на подсейв. Дэнди уже здесь. Дэнди уже рядышком. Дэнди спасает тиммейта своим присутствием. Все боятся Дэнди. Слишком страшный черный СФ. Влетает в Дахак. Дахак минус. Дахак без байбека отправляется отдыхать. Поймали еще и Эйна. Эйн на форстафе отступает, но недалеко. Дабл кью для Дэнди. Как же он жахает. За всю боль. За всю боль на пугне на прошлой карте. Залетает Паш, пытается пока дефать базу. Огромная пачка энтов. Демонтирует строение и в целом линию команды, прости, если распрыгивается в спирит на то, чтобы отбушить базу. Поймали Пашу прямо под базой. БКБ его не выручает. Минус Пашкевич здесь. Ну что, ждем возрождения. Нет, никого мы не ждем. Это победа для команды Бейт. Да, матч в формате Best of 2. Да, это ничья. Но это не поражение. Это ничья. Кто знает, возможно, следующий матч уже будет 2-0 для Бейт. А на этом все. С вами был Texas. Надеюсь, ты уже прожимал палец вверх и написал комментарий из 5 слов для поддержки канала. Если это ты не сделал, то как бы исправь это досадное недоразумение. Прямо сейчас еще вот подписаться серой и жмакни в колокол. На этом все получается. Правильно? Правильно. С вами был Texas. Услышимся. Когда услышимся? Вероятно, уже сегодня будут хайлайты матча Gambit против Virtus Pro буквально через 2-3 часа. Не упусти момент и посмотри. Пока.